История детской поликлиники по адресу проспект Мира, 44, подходит к концу. Сооружение 60-х годов постройки готовят к сносу. На его месте воздвигнут здание для обитателей Саровского монастыря. Медицинский персонал и оборудование еще зимой перевезли на проспект Октябрьский, дом 6. Там будут принимать юных пациентов, пока не построят новое здание. А поликлинику под башней готовят к сносу. Летом 2020 года история этого медицинского учреждения закончится. Дело в том, что здание советского периода постройки не вписывается в архитектурный ансамбль Саровского монастыря. И рабочие уже приступили к демонтажу. Здание поликлиники на территории монастыря считается новоделом. К тому же специалисты провели экспертизу и вынесли неутешительный вердикт. Фундамент находится в аварийном состоянии. Сейчас идет второй этап сноса – очистка объекта. Рабочие вывозят из здания металлические и деревянные конструкции, а также стекло и электропроводку. После этого начнут сносить само здание. Работы завершатся полной уборкой и вывозом строительного мусора. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.